Да, ты дополнил. Право лучше не отъезжай. Точно наркоман. Ну, друзья, сегодня у нас дождь, погода не очень. Сегодня у нас будет видео также мотобудни, комбинируем просто. А вы наслаждайтесь этим видео. Садишься сюда, ноги коленями меня тут обхватываешь, руки в крест и сюда упираешься. Ну, а здесь подписчики меня пригласили посмотреть на тренировку или футбол, что у них здесь будет. Пока есть возможность на турнички сгонять. У нас девочка Лера будет учиться заправляться. Это будет веселая практика. Какая тут печальная дорога, я тебе скажу. И сразу дивится, дивится, че снимаю, че нет. Ну что, ты уже заправляла? Сама. Это первый раз будет? Давай, давай. Пятый до полного? Ну кажи 4 литра. Нажимаю. Ничего не жмешь, пока суешь сюда. Жмешь и держишь. Держи, держи. Все. Где лох-то? Справа лучше не отъезжай, блядь, тем более здоровый. Вот так можно. Класс, ебать, в кувейте, блядь. Ну так классно, кто скупа технику? Не, ну я ж вижу, как вы едете, вы же все равно пока туда-сюда, медленно, с прицепом. А я... Ты по правилам, блядь? А? Ты ж хуёво, блядь, по правилам, правильно? Ну так, а як же ж? Стоит только захотеть. Тари-та-та-тай. Видишь, если там видно? Знаешь, что нельзя смотреть в разбитое зеркало? Веришь в эти причуды? Сколько? Вот то как раз было. Не, не надо. А? Не надо. Не хочешь? Это жарко, ты что, и так? Фу, хоть проветри. Нормально? Стрёмно. На машине ездить комфортней. Ветер мне глаза, она раздувает на щеки. Не, ну то ж надо в шлеме, чтобы нормально было. Комфортно. Стрёмно, эти выкладывания, я понимаю, что... Так, каждый это... Все было интересно, как выглядит это здание изнутри. Нужно пойти посмотреть. Вот она как здесь внутри. Интересно. Только непонятно, откуда подъем. Наверх отсюда или оттуда. Сейчас проверим. Отсюда. Там какие-то вещи накидали. Там, наверное, подвальчик какой-то. Поднимемся. Выше посмотрим, что там у нас. Второй этаж. Второй этаж более-менее тут обработан для жилья, нежели первый. Интересно. Ну, да. Поднимемся на третий. Посмотрим, что у нас с третьим. Я думаю, третий, в принципе, так же. Ну, да, как и второй этаж. Здесь плиточка, нормально.
Пол деревянный. И так аж до конца. Пойдем на четвертый. Четвертый. На четвертом по печальне. Здесь видно уже ремонт был другой. Даже когда готовился, все получилось. Пол также деревянный. Ну, пойдем на пятый. Видно такой же, как и четвертый и первый. Не какашка, короче. Ремонт. Нет ремонта. Печаль. До конца не будем идти. Ну, в принципе, ясно. Первый, второй, третий этаж. Самое интересное было. Это такое. Не будет, выходя с такого здания, кто-то увидит, скажет, точно наркоман. Ну что, видео топ. Подписались на канал, прожали колокольчик, оставили позитивный комментарий. Если вы не здесь, то вы нигде.